присоединяемся к глобальному общению. Читайте нас в Твиттере. Поставьте лайк в Фейсбуке. Подпишитесь на канал Шансон ТВ в Ютубе. Шансон ТВ. Все будет онлайн. Категория 12+. Радио «Шансон» и телеканал «Шансон ТВ» представляют дебют Вячеслава Манежика на «Шансон ТВ» в проекте «130». 9 марта легендарный певец, поэт и композитор представит свою программу «Понять, простить, принять» в Доме Высоцкого на Таганке. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Заказ билетов по телефону 495-639-54-54 и на сайтах шансон.тв и радио «Шансон.ру» для лиц старше 12 лет. Не первой молодости еврей обращается к Рэбе. Говорит: «Рэбе, скажите, вот у меня есть такой журнальчик, и в нем есть фотография, на которой изображена девочка с такими, ну, с голенькими грудками. Можно мне на это смотреть?» «Конечно, можно. О чем вы говорите? Можно. Рэбе, извините, у меня есть другой журнальчик. В нем девочка полностью голая. А как вы считаете, а на это мне можно смотреть?» Он говорит: «Конечно, можно, смотрите». Он уходит, возвращается, говорит: «Рэбе, еще хотел спросить. А у меня есть еще третий журнальчик, в котором девочка и мальчик занимаются, ну, вы сами понимаете, этим делом. Можно ли мне на это смотреть?» Он говорит: «Смотрите, конечно, можно». «Рэбе, я не понимаю, на что же тогда мне нельзя смотреть?» Он говорит: «На сварку». Еще раз пусть двери распахнутся, еще раз понять, простить, принять.